Приветствуем вас на канале Nice Bricks. Сегодня будем открывать коробочки Sweet Box с вкусным мармеладом, 7 с пушистиками Doggy Wood второй коллекции и 2 с пупсами, а также шкатулку M&M's и вейдинг-аппарат M&M's. Начнем с пупсов. Открываем мармелад и кружка. У меня есть ножницы. Пам-пам-пам. И нам попался жирафик. Жирафик мне уже попадался, и загадку я его читала, поэтому в этот раз не буду. Следующий пупс. Кто нам попадется? Мармелад и кружечка. Ой. И нам попался крошка-енот с уточкой. И такая игрушка мне тоже попадалась в тот раз. Вот его загадка, которую я уже загадывала. Приступаем к пушистикам Doggy Wood. И кто нам попадется? Сейчас узнаем. Вот такой прикольный песик. Нам попался Дема. В коллекции всего 8 собачек из каких-то фильмов. Дема Бассет Хаунд. Обладатель сахарного ошейника. Любит пересматривать фильмы со своим участием, забравшись в киноархив. Обожает изображать шпиона. Вот только шустрых друзей Ваксу и Майла постоянно теряет из виду. Интересно, куда они постоянно деваются? Может, они нам попадутся? Следующая коробочка и следующая звезда фильмов. Кто же это будет? Это вот такой песик. Нам попался Бакс. Доберман, восходящая кинозвезда и заодно шериф. Играет на гитаре, вместо струн использует кошачьи усы. Обожает вкусную выпечку, любит заглядывать в гости к Бобтейлу Остину, который по субботам печет обалденную шарлотку. Какой же песик нам попадется дальше? Сейчас мы это узнаем. Ой, кто-то белый. Кто-то очень красивый. А вот и Бобтейл Остин. Он снялся в нескольких сериалах, а потом стал местным сторожем. Обожает сладости, ему часто снится вручение главной кинонаграды, что Майло оставляет ему что-то на хранение, а больше он ничего не помнит. Кстати, Бакс и Дёма знают о нем один секрет. Интересно, какой же это секрет? Пока нам везет, и собачки не повторяются. Надеюсь, так и продолжится. Кто у нас в этом пакетике? О, новая собачка. Это скотч-терьер Вакса. Очень любит снег. Бывает летом, Вакса очень скучает по зиме, но всегда придумывает, как ее устроить. Правда, после этого пекарня Doggy Wood остается без муки. Кстати, вы знакомы с Майло? Это лучший друг Вакса. Раньше Вакса дружил еще и с Кляксой, но она совершенно не умеет хранить тайны. Надеюсь, сейчас мы сможем познакомиться с Кляксой или с Майло. Кто здесь попадется? О, похоже, это Майло. Так и есть, это Майло, Джек Рассел Терьер, обладатель множества сахарных наград. Каждый его день – это съемки, церемонии, встречи с поклонниками. Свой очередной сахарный ошейник и косточку он оставил на хранение сторожу Остину, но они куда-то пропали. Бакс слышал хруст из сторожки Бобтейла, но не придал этому значения. С кем мы еще не знакомы? Мы не знакомы с тремя собачками. Но познакомиться сможем только с двумя, если не попадем. Торных не будет. И кто здесь? Кто здесь? Наверное, Клякса. Да, это Клякса. Она такса. Всегда в курсе дел Doggy Wood. Обожает дорогие подарки. Мечтает о сахарном ошейнике. Другая ее мечта – полететь в космос. Васка восхищается Кляксой, но она его не замечает. Он даже подарил Кляксе подарок, в надежде, что та сходит с ним на танцы. Ну и последняя коробочка, и нас там ждет кто-то тяжелый. Кто это?
это не знаю кто. Это Бубас, сен-бернар, обладатель множества наград. Всегда первым приходит на помощь. Каждый год любит ездить в Альпы и кататься на горных лыжах. Но в отпуск отправляется не один, а с тем, кто очень любит снег и обожает кататься на сноуборде. Мы-то уже знаем, что снег любит Вакса. У нас остались эмандемсы. Начнем со шкатулки с конфетами. Для этого нам надо открыть коробку. Надрезаем. У меня не получается. Вот, получилось. Так, это открыли. Разрезаем. Она не разрезается никак. Ой, я, похоже, поранила красного эмандемса. О, разрезалась. Одна разрезалась, осталось еще две. Наконец-то я освободила его от упаковки. Теперь посмотрим. У него открывается рот. Внутри лежит пакетик с эмандемсом. И есть такая ячейка. И если ее вынуть, то место становится чуть-чуть побольше. В шкатулке мы можем хранить, например, мармелад. Прятать его от Жеки. Ешь ты уже этот мармелад. Все, съел он мармелад. Теперь Жека не узнает, что у меня есть вкусный мармелад. В магазине еще был один эмандемс, желтый. Он был стоячий, но мне больше нравится красный. И остался только веддинговый аппарат. Он с синим эмандемсом. Поворачивая эту штучку, у нас должны вываливаться эмандемс. Можем открыть, внутрь положить. И где-то здесь у нас есть еще один пакетик с эмандемсом спрятанный. Я убрала нарисованный эмандемс, чтобы положить настоящий. Этот пакетик я открывать не буду, а насыплю уже из открытого. Насыпаем. Теперь проверим, как он работает. Поворачиваем. О, да, сыпется. По две штучки сразу. Чтобы получить эмандемс, нужно положить 1 рубль и прокрутить. Рубль ушел в копилку, эмандемс разлетелся. Еще около 1 рубль. Получаем почему-то 1 эмандемс. Сейчас сколько? А сейчас вообще 0, представляете? Он как настоящий умеет обманывать. О, 2. Давайте еще один раз. И еще одна. Монетки у нас падают в тот отсек, где была спрятана упаковочка эмандемса. А теперь попробуем положить туда эмандемс с эмандемсом. Получится ли у нас его высыпать? Пока не получается. Покрутим, покрутим. Нет, он слишком крупный, чтобы туда пролезть, к сожалению. Правда, если подобрать небольшие эмандемсы с арахисом, то они вполне могут пройти в дырку. Только, похоже, не с первого раза. Вот, прошла и застряла. Вот, вылетела. Ну вот, мы открыли все коробочки Sweetbox. Теперь у меня почти полная коллекция собак Доги Вуда и 2 пупса. И шкатулка эмандемс, и веддинг-аппарат. Веддинг-аппарат вообще суперская вещь, только почему-то они не сыплются. Вот, посыпались. Если вам понравилось наше видео, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на наш канал. С вами были Жека и Смешинка. Пока-пока!